вечер. Это Оля Полякова и «Зорины яйца». Шоу, в котором звезды меряются своими талантами. И сегодня у меня в гостях за звание «Кто круче» будут бороться молодые комики. Это участники Лиги смеха. Участники «Мама хохотала» шоу. Титанами юмора их называть еще рано, ну, титанятами в самый раз. Итак, титанята. Вы знаете, я в своей программе никогда никого не оскорбляю. Да и где это видано, чтобы взрослая, состоявшаяся артистка оскорбляла детей? Поэтому вы будете это делать сами, дорогие мои. И первыми начнут оскорблять сами себя участники Лиги смеха. Внимание на экран. Обожаю это делать. Если вбить в поисковике валик из крупы, то сначала Google выдает поделки из манки. И только потом четвертый шаг в рецепте творожно-рисовой запеканки. Участник команды «Крупа» в Лиге смеха Валик Михиенко. Ты же когда-нибудь мечтаешь вот вырасти и вести собственное шоу, вот как Оля Полякова? Конечно, мечтаю. Особенно, чтобы там яйца фигурировали. Ну, мечтать не вредно. Поэтому мы переходим к следующей участнице. Итак, посещая Харьков, туристы обычно фотографируются на фоне Благовещенского собора, памятника Гурченко и, конечно же, на фоне бюста Яны Бойко из команды «Любимый город». Актриса Лиги смеха Яна Бойко. Яна, скажи, пожалуйста, почему ты сегодня не одела свой великолепный бюст? Я просто решила, Ольга, что... Ты не хотела составлять мне конкуренцию. Спасибо, да, моя ласточка. Спасибо. Скромность, она украшает девушку. Ну, если больше нечего показывать. Так, ну что, перейдем к следующему участнику. Актер команды моделей в Лиге смеха, который доедает за девчонками все, что они не могут съесть после шести. Актер Владимир Шумко! Владимир, слушай, ну ты единственный у нас тут имеешь дело с моделями. Расскажи, это правда, что они тупые все? Оля, ну сейчас, ну что? Нет. Я поняла, ты боишься, что они начнут есть после шести, и ты вообще будешь голодный. Я ничего не боюсь. Даже... Даже меня? Да. Прекрасно. Давайте поаплодируем нашим смелым участникам Лиги смеха и перейдем на следующее кресло, потому что здесь не менее смешные, прекрасные ребята, которые прямо сейчас начнут читать про себя гадости. Доброго дня, Ольга Юрьевна. Доброго. Тому що ви не привіталися просто. Я не привіталася. Ну, особисто, в принципі. Ну, читай вже. Чоловік, сорвавший прем'єрний показ фільму «Інфоголік», де зіграв головну роль, тому що після кожного появлення на екрані кричав: «Смотрите, це я! Актер і юморист Женя Янович! Смотрите, це я! Це я! Да, це я! Ми бачимо, це ти!» Да. Как спалось, Женя? Якби ти мене не розбудила, то взагалі було б добре. Вот наглость вообще какая. Сейчас мой муж вот к концу передачи будет тебя встречать там и спросит, когда это... Потому что я реально сегодня дома не ночевала. Ну что, участник под номером два. Так, да. Значит, второй человек, сорвавший премьерный показ «Инфоголика», потому что после каждого появления на экране Яновича кричал: «Я его знаю!» Актер и юморист Олег Мазлюк. Ну и что, вам вообще приятно, что вы вместе в одной команде? Женя? Да. Так, приемно.
Ну что, вы не можете правду сказать? Слушайте, у нас такая передача, на самом деле, вот тут все, что хотите, можно сказать. Правда? Да. Ну тоді давайте слухайте. Ну давай, я був давно до цього готовий, скажи всю правду. Насправді не все так гладко в нашій команді. Конечно, конечно. Ну да, є випуклості, все правильно. Ні, насправді все чудово. Все чудово. Все чудово, давайте перейдемо тоді к чудовій дівчині на вашому кріслі. Здравствуйте. Будь готова читати про себе? Так, Стопроцентная блондинка, которая считает, что если есть светлое пиво, то должно быть еще и русое, и пепельное, и милированное. И розовое! Актриса студии «Мама хохотала» Аня Гресь. Аня, ну рассказывайте, как вам с этими двумя живется? Сложно, но можно. Ну, я понимаю, этого сложно прокормить. А что с этим не так? Неизвестно, кто из нас больше ест, Олежка или я. Я просто предпочитаю употреблять слово «жрет». Ребята, я счастлива, что вы сегодня у меня в гостях. Тетя Оля больше никому не будет вставлять пропистоны. Тетя Оля будет вставлять вам такие конкурсы, дорогие мои. Дай бог, чтобы вы выжили. Вы готовы? Да! Да. Да. Ну, это будет весело! Корпоратив! Не секрет, что селебритис регулярно подрабатывают на корпоративах. Ребята, кстати, вы знаете, что после нашего эфира вас тоже, наверное, начнут туда звать. Класс! Или перестанут. Туда. Или перестанут. Так, Женя. А? Говорят, да. Что у вас вообще часто приглашают на корпоративы, видите свадьбы, день рождения. Так, и скажите, вы там с кем вас так часто путают? С Толстым Ди Каприо не смотрят. Це моя відповідь. Да. Следующий конкурс называется «Корпоратив». Вы подходите сюда, к этой стене, берете резиночку, натягиваете ее между носом и ртом. Вот так вот идете вперед. Это сложно, поэтому я не иду. И хватаете зубами вкусняшку. Когда вы вкусняшку схватили, вы можете снять эту резинку и передать следующему. Супер. А вкусняшку можно есть? Можно есть. Боже, наконец-то ты поесаешь, моя ласточка. У нас очень добрая передача. Мы здесь в идейшей форме. Играем на время. Звенит гудок. Вы подбегаете, хватаете вкусняшку. Вас отфигачивает обратно. Вы отлипаете, бежите. О! Да, делаете вот так. И ты бежишь, и делаешь точно так же. У кого меньше понадобится времени на это, мне кажется, что ты прям вот, вот так вот возьмешь. И съешь за всех. Будешь первый. Иди сюда. Кто? Куда? Сюда? Да, самых больших давай, мальчиков. Давай, вдруг давай. У них удастся съесть прям все сразу. Конечно, рот позволяет. Рот позволяет. Начинаем с участников Лига смеха. Ну что, поехали? Слушайте гудок. Молодец! Не ожидал, да, что-то так быстро? О боже, что вы Яне оставили самую высокую? Боже, какие эгоисты, вы видели? Какие вы оставили самую высокую, она туда не дотянется просто. Это тяжело. Ай, это было больно, наверное. Мужской эгоизм. То есть подошли, съели самое легкое, и девушки оставили самую высокую. Называется «Выживай, дорогая, сама». Вы же должны были по инстинкту природному сначала самку накормить, которая носит ваше потомство. Мы должны
Нет, подумай. Ну, нормально, нет. Посмотрим на ваше время. Тем не менее. Ага. Слава богу, что ваша самка оказалась сильной и выносливой, и вторая самка ей помогла. И поэтому у вас 30 секунд 12 сотых. Это отличный результат. Ваша самка высокая, поэтому, в принципе, вы можете ее оставить и вот здесь. Вот. А вы мне будете помогать потом? Конечно, я буду вас подымать. А если пропал аппетит? Если вас, мы не верим вам. Сейчас свои силы в резинконатягивание и поедание вкусняшек попробует команда «Мама хохотала шоу». Ребят, буду. Всасывать. Главное всасывать. Поехали! Олежек, давай. Давай. Быстрее. Быстрее. Всасывай. Ну давай. Пылесос. Вакуум. Ну не выиграй. Так нельзя было. Что было? А что было? А ничего не было. Они уже проиграли, успокойся. Засывай! Давай! И еще один подход. Давай! Мы только что произвели первую в эфире ринопластику на новом канале. Класс! Как это так? Наше время составляет 38 секунд и 12 сотых. И таким образом в первом раунде побеждает команда Лиги Смеха со счетом 1-0. Едем дальше? Да. Едем дальше. Москотруска. Сейчас я хочу попросить участников хорошенько запомнить этот момент, чтобы в будущем на вопрос врача, были ли у вас сотрясения мозга, вы ответили, возможно, ведь я участвовал в конкурсе «Мозготряска» в программе «Зори не яйца». Я буду задавать вам вопросы. Если вы знаете ответ, вы нажимаете кнопку. Но поскольку кнопка находится у вас на голове, то и нажимать вам придется головой. Стучитесь со всей дури, вам терять нечего. Мы точно так же играли, только без кнопок. А можно перевирать, в принципе, да? Ну, перевирать, давайте. Молодец. Ну как? У меня струс мозгу от вашего выгляда, Ольга Юрьевна. Ну, це даже нам, кажется, нечестно. Лезть под халимаш и популиство очень приветствуется в моей программе. Оля, как вы красиво говорите. Но не так красиво, правда? Как выглядите. Говорите и выглядите. Остановись, красавец. Я люблю шляпы. Не, это другая передача. Стучитесь, но не сильно, потому что в эти головы вам некоторым еще есть, а другим... Еще... Рожать? Конечно же, ведь люди рожают головой. Дорогие мои, сейчас вы должны ответить мне, где неточность. В студии 95-й квартал у Евгения Кошевого и Владимира Зеленского есть актерское образование. Так. А уже? Я отвечаю, да? Да. Актерская...
Туплю. Нет, 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 у Евгения Кошевого актерского. Я Ты черт! Нет, нет, нету Зеленского. Нет, у Кошевого есть, у Зеленского нет. Абсолютно точно. А как ты так? Давайте продолжим. Украинские исполнительницы, сестры Петрик, дважды становились лауреатами фестиваля «Песня года» в 2004 и в 2005. Ну? Да. Нет? Нет. Один из годов неправильный. Да, я приняла твой ответ, но он неправильный. Они братья! Больше. Младшая стала дважды. Брат и сестра Петрик. Песня года. Оля, в чем вопрос? 2004 и 2005. Уже не проходит. Славянский базар. Уже не проходит песня года. Блин, какие вы тупые. Не Петрик, а сестры Завальские. Завальские. Мы были вот столечко. А я думал, сказать сестры Зайцевы, а потом... Сестры Зайцевы? Це не звідти, так? Боже, ты вообще, ты какого года рождения? Комедий Клаб 2004. Сестры Зайцевы – это время молодости моей мамы. Как ты их знаешь, откуда, что? Вы у меня в другие за сутки запитуєте, якого я року народження. Так, якого ти року народження? 91-го. Пошел вон. Ольга Юрьевна, окей, давай дізнаємося вже всю правду зараз на всю країну. Ольга Юрьевна, якого ви року народження? Скажіть, будь ласка. Ти вообще охренел, пошел вон. Я ставлю перед собою задачу до кінця програми вгадати. 79-го? Ти гонишь, пошел вон! Попробуйте з першої попытки. 80-й? Олимпіада. Попробуйте с первой попытки отгадать название первого сингла группы «Виагра». Попытка номер 5! Да! А вот и вопрос про возраст Оли Поляковой. А ну-ка! По данным Википедии, Оля Полякова родилась 17 января. Отец работал врачом-педиатром, а мать – дипломатом Советского Союза на Кубе. Где неточность? Вы не были рождены людьми, вы упали с небес. Ответ защита. Да, но нет. Не на Кубе. Да. Давай. Педиатр? Кто? Кто? Мой педиатр говорит, Вова, ты дебил. Папа дипломат. Это лор. Да? Мама? Папа дипломат, а мама педиатр. Абсолютно точно. Наконец-то первый бал. Мама. Норм. Я хотів би, можна невеличке уточнення? А у мене точно работає кнопка? А ну ударься. Я просто б'ю воно. Давай. Голові больно, ну. Да. Ага. Працює. А, ні, не працює. Спробуй ще раз. Ну, хватить. Працює. Нормально? Ужас. Но глазки уже все. Лучик вашого божества упав на мою голову. А я беру іншу тактику. От ви от підлизуйтеся до цієї курці, а я не буду. А ну пошел вон отсюда. Так, поехали. Где неточность? Муж, актрисы. Студия 95-го квартала Елены Кравец в свое время работал кассиром в Макдональдсе. Сама Елена работала? Абсолютно точно. Грязь, прям. Ребята, это первый раз в нашей программе, когда человек вначале пришел без мозгов, а в результате сотрясения мозга мозг зародился и начал работать. Не судите по себе. Да все чисто, никаких мозгов, о чем вы говорите. Если бы у меня были мозги, я бы летала в космос. Все, я бы лечила тюленей на Северном полюсе. А я непонятно чем занимаюсь здесь, непонятно с кем. Что вот это такое? Что это за передача?
81-й! Ребят, вот я пропоную, давайте один раз відповість. Пусть Олег. Да? Пусть Олег. Да, 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 что? Да, только хотел предложить. Окей. Уберите два несуществующих звания Софии Михайловны Ротару. Почетный гражданин Ялты, почетный гражданин Киева, почетный гражданин Кишинева, почетный гражданин Черновцов, почетный гражданин Улан-Удэ. Молодец. Давайте возьмем Киев и Улан-Удэ. И это абсолютно правильно. Поехали. Александр Педан, 13 лет, занимался бальными танцами, поскольку отец был хореографом. Мама была хореографом. Ты гонишь, детка, нет. Это был Притула. Нет. Мы дочитали. Занимался фигней. Да, но нет. Сейчас. Не. Ну, чупайте, давайте. Возможно, он занимался народными танцами? Абсолютно точно! Мозг развивается. Сразу видно, кто читает журнал «Натали». Я не удивлюсь, если Аня к концу нашей передачи начнет писать докторскую диссертацию. В каком году вышла песня Виктора Павлика «Девочка весна»? Неправильно. Неправильно утверждение. Виктор Павлик. В каком месяце правильно говорить, а не в каком году? Голый. 97. Боже, посмотри, что с твоими глазами. Все. Тебе надо лежать 10 дней. 97-й год. Да нет вообще. 93-м родился. Это я родилась в 93-м году, а песня не была там написана. Песня называется «Парень осень». Нет. Может быть, Могилевская? Пыталы, в якому роде? Давайте закончим это все. Это же не точно. Не было такой песни, поэтому никакой. Не точно. Какая «Девочка весна»? Вы что, не знаете творчество Виктора Павлика? Мы вам поверим. Там. Я этот бал никому не даю. Беру себе. Так, в каком городе родилась Надя Дорофеева, учитывая, что в названии есть буква О? О, боже. Донецк. Почему не Посленецк? Одесса. А-а-а. Почему не Одесса? Нет. Перепови. Полтава. А на ці питання точно всі мають знати відповідь? Харьков. Так, давайте немножечко сместимся. Днепродержинск. Севастополь. Абсолютно точно. А, нет, нет, нет. Кто нет? Симферополь! Рано сдалися. Добивайся. Симферополь уже сказали. Сейчас 4-3 в пользу вот этих головастиков. Окей. Давайте нашу кричалку, нашу кричалку. Мы всегда побеждаем! 1 балл! Да. Вот красавчики вы. Да, да. Спасибо, спасибо. Давайте же продолжим. Экс-солист группа «Диафильмы» Владимир Дантес родился в Харькове в семье миллионера. Нет! 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 Что не нет? В семье миллионера. В семье? Бомжа? А в семье не миллионера. Музыкантов. Да. Я думаю, второй «Диафильмы», там Дантес и Олени. Олени. Да. Нет. Ну, тюкайтесь, Дантес... давайте. Учителей! Для миллиардера. Миллиардера? Да. Если бы он был сыном миллиардера, он был бы такой же известный, они... как Амалия. Семья убийц Пушкина. Не миллионера, а? Не миллионера, а? Врача. Нет. Ами? Попрошай. Милиционера! 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 Вы проиграли. Мы так хотели. Вы проиграли со счетом 5-3. Конечно. Счет становится 1-1. Давайте собрались, Нет, я не обнимаюсь с детьми.
всем известно, что самая популярная песня среди мужчин в караоке – это «Первое лето без него». Причем мужики не поют эту песню, а просто пялятся на экран. Ребята, вы вообще клип видели? Конечно. Да. Давайте обсудим, что вам больше всего нравилось. Кокошники. Конь, 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 конь. Там не было конь. Вот, а был бы, было бы круто. Я к чему вам все это рассказываю? К тому, что следующий конкурс у нас караоке. Но не просто караоке, вам придется выкинуть из песни согласные и петь одни гласные. А я не бухаю. А специальная согласосчитательная машинка посчитает и выдаст вам результат. Ну что, вы готовы? Нет. Вы вообще петь любите, а? Нет, я не бухой, я не могу. Пожалуйста, принесите ведро водки. А как вы знаете дозу? Спасибо. Я вижу, что меньше нет смысла вас заливать. Можно пригласить. Ну что, вы готовы петь? Кто будет петь первыми? Они. А я хочу, чтобы пели первыми вы. Мне вообще кажется, что вы им больше подслуживаете. Они же из Лиги смеха, а ваше шоу я вообще первый раз слышу. Пошла вон! Так, дорогие мои, шутки в сторону. Правильно, это серьезное шоу. Начинаем издевательство. А песню вы будете, знаете, какие песни? Вдруг, как, а, э, и, у, а, э. Ага. Да, поняли? Давай. Алла, я почну? Ага. Дайте шуму! Поддержим, ребят! Мир же шуму просит. А чему я вырежу шутерем? Шубу мэни. Так, я артист, сядь, пожалуйста. Опа! Поехали! Вдруг, и, пошел вон! Звуки, конечно, очень напоминали, знаете, вот этот парк, когда много людей, общественный туалет. Не знаю. Вот все было как в караоке, вот настоящем. Пока к тебе не пришел микрофон, ты думаешь, что ты споешь офигенно. А потом только доходит и вот это вот начинается. Я не знаю, сколько наша голососчитательная машина вам посчитает, но мне кажется, что это было, например, на 8. А за атмосферку? Даже на 7. А ну давайте. С атмосферкой на 7, конечно. 34! 34? А за атмосферу не додамо, ні? Зараз, як робити атмосферу, покажуть вам ваші опоненти. Ой! Ви б хоча б мікрофон взяли. А пісню ви будете петь? Говорят, мы бяки-буки, а и о и а и а. Отлично. Поняли? Наверное, наверное. Поехали. Уже красиво. 50. Начинаем с бедер. Это сиртаки. Вот так делаешь, приседаешь. Кто-то ниже. Давай. Кавказская свадьба. Ой-о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 й-
Я думаю, после такого исполнения моя машина сломается. Может быть, сейчас она выдаст последний результат в своей жизни машинной. Ну, давайте посмотрим на экран. Да! Все куплено. Я вам скажу, что в среднем мои гости поют обычно на 77, 78, 86. Вот такой результат. То есть, понимаете, насколько галимо вы вообще сегодня выступали? Ну, мы же юмористы, а не певцы. И тем не менее, вы выиграли. Да, и счет да. становится... Один! А вона вам так віддала цей бал, я б на вашу місію не брав. Ну, це як подачка. Ну, короче, вот вам... Спасибо, Олечка, спасибо. Оль, ви лучшая, лучшая. Ви не горді, я вам хочу сказати. А ти що, гордий? Я, коли дивлюся на вас, ні. Мені нравится эта передача, нравится, нравится. Набежали малолетки і хвалят. И давайте же продолжим эту милую, прекрасную передачу, в котором я богиня, и все передо мной раболепят. Аве Полякова. Два к одному. В современном шоу-бизнесе звезды очень часто заимствуют что-то у своих коллег. Вот и наши команды что-то позаимствовали друг у друга. И как итог, у обеих команд есть полненький, смазливенький и симпатичная. Кто из вас, кто, разберетесь сами. Следующий конкурс, дорогие мои. В фотошопе мы объединили две звезды. Вам нужно понять, кто эти звезды, нажать на кнопочку и дать мне правильный ответ. Если вы просто нажимаете и начинаете додумывать, и в течение 3 секунд мне не отвечаете, ход переходит к другой команде. У нас все честно вообще, как в аптеке. Вы готовы, дорогие Конечно, мои? Да. Сначала мы порепетируем, ага. чтобы вы поняли, как это работает. Так, это Оля Полякова. И да. чужой, и чужой. И... Ребенок, и чужой ребенок. Ну и кто это? Я не знаю. Это... Это Олежа, это Олег, по-моему. Кто-то из вас, 100%. Это Олег. Такой... Ну да, наверное. Ну да. Полякова и Маслюк. Не, это Гречка, это же твоя волосся, не? Не-не. Вопрос личного характера. Из чего этот, кокошник? Из мяса, Больше... фарш. Котлета, то есть, на голове, да? Котлета. В кого такий гидкий рот, який находится під носом зразу? У мужчины посередине. Спасибо, я мужчина! Ну, давайте их разделим. Это Маслюк. И Поляков. Я угадал. Я вас умоляю, не надо этого делать. Мы не будем делать детей, бо выйдут какие-то Маслюки. Ну что, давайте же начнем играть. Кто? А так. кто? Так, сейчас. Итак, раз, два, три. Ласточкин. Да. И... Зеленский. Зеленский. Разделите их. Итак, это Игорь Ласточкин и дядя Вова! У вас есть 1 балл. Покажите нам следующее изображение. Это Сивоха и Валик! Это Сивоха и Валик! 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 Ужас, конечно. Ну давайте разделим. Сергей Сивоха. Класс. Поехали дальше. Это Янович и... Кто второй? Непонятно. Быстрее. Янович и его... Его родственник... Нет, это... Янукович! Абсолютно точно! Верно!
Давайте их разделим. Я це сказав, що він мій родич? Да, ти це сказав. Ну что, поехали дальше. Аня и... Не-не-не, это вот ребята. Я нажала? Не-не-не. А, вон. Да? Это Аня. И время истекло. Да, Надя, Дорофеева. И у вас есть шанс. Аня и... Пацаны должны знать, потому что они любят с ней фильмы. Аня Грейс и это, Саша Грей, что ли? Да, абсолютно точно! Кто спалился-то? Кто спалился? Потому что, ребята... Они молодые и еще смотрят эти фильмы, а вы уже нет. Да я вчера только сезон досмотрел. Давайте же продолжим. Мы первые. У нас Лирник. И... Раз, два... Потап, Лирник и Потап. Давай. Лирник и ты, Вова, мне кажется. У вас есть шанс. Лирник и его брат. Молочный, давай молочный. Молочный. И его молочный брат. Брат. Давайте их разделим. Все правильно. Нашел не кнопку, не нашел. Нашел очередь была. Сейчас. Вам будет особенно интересно. Смотрим на экран. О боже. Это я! Горбатюк? И кто? Это я! И кто? И Горбунов! Абсолютно точно! Юра Горбунов! И Яна! Хорош. Это человек из травести-шоу. Вы готовы, дорогие мои? Да. Продолжаем. Это Лена. Лена и... Аня, вы можете говорить. Спасибо, что подсказали им. Пожалуйста. Лена Гравец. Так. Все правильно. И Леся Никитюк. У вас это еще... Лена Кровец и Женя Кошевой. Вы чего? А теперь это точно. Ребятушки. Ответ. Давайте разделим. Это Леночка Кровец. Да. Женечка Кошевой. Я этот носик узнаю из тысячи. Ну посмотрите же на него. А можно я поменяю кнопки? Поменяйте. Мы можем обе отдать, просто после неправильного ответа давать правильно. Ага. Соберитесь. Не, у меня уже немає морального духа. Як це немає? Я сейчас тебе подыму его. Можно? Смотрим на экран. Это Бедняков и кто-то. Сейчас, секунду. Раз. И Шура. Два. Нет. Подожди, стой, я не отвечаю. А, этот, Бедняков, правильно? Да, да, да. И Леся Никитюк? Абсолютно точно, разделите ее. Это Леся Никитюк. Да, по глазам можно было. И Андрей Бедняков. Да. Давайте следующее изображение. Виталька, Виталька. Мы отвечаем Виталька. И Брюс Всемогущий, как его? Джим Керри. Джим Керри, разделяйте. У-ху.
Молодец. Послушайте меня. Вы должны ответить на следующий вопрос. Мы зараз правильно нажимаем. Да. А вы вообще уже не нажимаете на ту кнопку. Вам не стыдно вообще? Давай. Подачки эти ваши. Ну, давай. И шо? Бой. Включайте. Потап. Не спеши, Аня. И... значит, это кто-то из Лиги смеха, мабуть, да? Ну, скажите нам уже. Яночка, Доти, ты хочешь в туалет, да? Иди, сходи попися, иди. Можно уже? Давай, Вов, давай. Ну. Значит так, это Володька Стадницкий и Потап, по-моему. Абсолютно точно. Это Володька из команды VIP Тернополь. И наш любимый Лешечка Потап. И счет становится 7-3. В пользу ваших оппонентов, а общий счет становится 3-1. Давайте немножечко поднажмем. Да. Поехали. Покер-фейс. Любой звезде нужно уметь владеть своим лицом. Ребята, бывало ли такое? Вот расскажите кто-нибудь какую-то ситуацию, в которой вот забыли, я не знаю, текст, упали. У меня один раз было. У нас в номере в шоу «Мама хохоталась». Значит, был такой номер, там, где должна была плашмя падать на спину, а там подложили мне специально матрасик надувной. Так. И реквизиторы немножко перестарались, и его сильно перекачали. Я когда падала плашмя, просто подлетела на полметра еще. И ударилась под потолок. И так 5 раз. 1. Ольга Юрівна, у мене от завжди все чудово проходить, ніяких абсцесів, все дуже круто проходить. Абсцесів? Так, все чудово проходить. Абсцес – це на ноге, коли у тебе зараження. Дуже... Абсцесів. Тільки там буває. Дивіться, не абсцесайтесь зараз. Потому что вам придется сейчас быть подключенным к 220 вольтам. Я постаралась именно для тебя, мой хорошенький. Чтобы ты навсегда забыл, как называть меня Ольгой Юрьевной. И придумывать мне какой-то палеонтологический возраст. Дорогие мои, на вас сейчас одеты браслеты. Вы будете заниматься фитнесом. Двух из них будет бить током, а один будет прикидаться. Вам нужно зловить цього прохвоста за хвост и рассказать, кто то. Добре? Да. Кто выиграет, тому приз, билет на мой концерт. А кто не выиграет, никогда не попадет на мой концерт. Хоть никогда. Готовы? Пустите ток. Берем хула-хуп и начинаем крутить 10 раз. Наталии. Наталии. У кого нет талии, у того... Нет есть, будущего. Есть! А, ну все, понятно. Да, все ясно. Нифига, не ясно. Как оно это периодически точно? Так. Оно очень резко дергается. Как будто бы... Все делайте вид, что вас бьют. Все. Все делайте вид, и ты бей. Так. И тебя бьет током, бьет. Ольга Юрьевна, аккуратно, я вас кулафугом зараз бортану. Я ж не Так, вот все, положили хулахупы, сели на мячики и начинаем хорошенько на них подпрыгивать. А Аня, ближе сюда. Угу, так, хорошо. Олег, ближе. Пусть прыгает. А почему ты так не кричишь? Давай. Я? Как-то не сестра. Ну. Вот, А, Оля, я тебя люблю! У человека, которого бьют током, нет времени формулировать шутки. Женщина, ну, давай. Это не шутка была. Тем более. Это правда. Так это же... Получается, да? Хватит, может? Нет. Хватит, может? Нет. Ложимся и качаем пресс. Пресс. По-моему, Женя переигрывает. Посмотрите на него. Просто обратите внимание на Женю. Я сразу. Актер. Сразу. Актерищ. А качать обязательно или можно качать? Качать обязательно.
Давайте, качаем пресс! Да ну хорош уже, ну! Давай, работаем, работаем! Работаем! Блин, неужели это так страшно? Я просто не могу. А теперь, чтобы вам было легче понять, кто из них придурюється. Так, так. Що потрібно зробити? Треба стати в планочку, рідненькі мої, і гарненько постояти в планочці, спокійнесенько. Давайте, давайте. Чого не можна просто посидіти? Просто посидіти? Побалакати. Просто посидимо ми з тобою. А можна попросити планочку на одній руці робити? На той, на которой... Да. Одній рукою? На одній руці, да. Я тобі його так. Ага. Блін. Диви, як він нам викручує. Видели видео по Discovery, как кита выкинуло на берег? Лучше не будем китом, лучше сдохнуть. Так, ну что? Парни, ну давай. Мне кажется, что все понятно. Вставайте, заканчивайте. Прекратите бить моих гостей током. Отвечаю, Аню бьет. Ты как отвечаешь, Анюка, скажи? Брат, отвечай. Вы должны мне ответить, никого бьет, а кто придуривался, кто имитировал, что его лупашат током. Да. Врун всегда мужчина. Абсолютно точно. Мне кажется, Женя переиграл. Это мое мнение. Я знаю, кого бьет. Знаешь, говори. Что, давай Женя? Да, Женя? Да, Женя. Стоп, Женя, стоп. Его не било током, он имитировал токогазм. Теперь я хочу, чтобы вы взяли, сняли свои эти прекрасные экзекуционные браслеты. А я передумал. И надели. Я сразу передумал. Нет. Попробуйте. Я сразу передумал. Давайте. Хорошо, сэр. Страшно? Раз ты принял это решение, а почему все должны одевать? Пусть ударит браслет Ани. Да, ее била. Пусть ударит браслет Олега. Нормально, меня не бьет! Пусть ударит браслет Жени! Ай, хитрец! Какой хитрец! Молодцы! Красавчик! Вам реально удалось обмануть этих лигосмешников? Актер! Актерище! Так, ребята, вам действительно удалось обмануть своих оппонентов, и поэтому вы зарабатываете балл, и счет становится 2-3. И вам осталось все чуть-чуть. Собираются наши участники шоу «Лига хохотала». Полякова хохотала, и Лига хохотала, и мама смеха. Ну что, поехали дальше. Сегодня у меня в гостях юмористы. Юмористы, команда «Лига смеха» и команда «Мама хохотала шоу». И сейчас пришло время команде «Лиги смеха» проявить свои актерские способности и попросту обмануть своих оппонентов. А у вас, дорогие мои, цель – поймать брехуна и обезвредить. Рассказываю условия игры. На трех столах находятся суши. В соусниках налиты соус. У двух соус очень-очень острый. Его практически невозможно есть. Я сама только что попробовала. И я вам скажу, что горить в мене все в роте и пече. А у одного обычный соус. Ну, какой-то там соевый соус. І один з них буде всячески зображати, що йому дуже пече. Боже, як пече. А остальним буде печ по-настоящему.
Вам нужно определить, кто вас хочет обмануть. За это вы получите или не получите балл. Вы поняли? Мы да, поехали. Да. Приятного аппетита. Небольшой мастер-класс, можно? Нужно вот так вот обязательно сделать. Да. Как? Вот так вот поделать, чтобы занозу в рот не загнать. Там уже один такой голодный, что он уже и чух-чух, и уже окунул. А васаби можно сверху еще? Можно, давай. Давайте васаби еще. Васаби еще. Можно? Да. И поехали. Я думаю... Так. А нам підходити не можна, так я розумію? Ну, от зараз Валік показує мініатюру, коли дали безвіз, а у тебе немає біометричного паспорта. Якщо розсуждати логічно, Веня, да, я дивлюсь, то Валік добавив, взяв васабі. Тобто у нього, можливо, ізначально були не перчені, ну, не острі, а потім він собі добавив так, щоб відігрувати. Та що там то васабі, взагалі нічого не пече? Якщо подивитися на... Я то васабі на хліб мажу кожен ранок собі. Ну, звичайна українська дівчина, знаєте, встає вранці, доїть корову, готує борщ, а потім намазує васабі. Васабі, потім кусок сала, борщом гарячим запила. Ну, дивіться, Шумко просто пожирає. Ну, мені здається, що це навмисно. Ну, от Яна як-то взагалі ні в одному глазу. От Яна взагалі нічого не робить. Вона ілі в Індії бувала і привикла к такому, ілі у нього не перчене. А, вода. Не острий. Люди, яким було б гостро, вони б, мабуть, попивали воду. А Яна от мала майже повний келих, і тільки після того, як Вова вже все запив. Не факт, не факт. Думаєш, просто Вова вчора молоко, бухав? Молоко є? От Валік, такий хитрюга, такий. Взагалі непонятно. А можете зараз всі разом взяти суші, покласти в рот і от потримати просто, не проковтувати їх, а... Тебе мало? Так, да, можете, будь ласка. Що зміниться? Просто поклади в рот і тримай. Ага. Облежи і булькни. Значить, в мене концепція... Тобто, не Шумко, мені здається. От залишилося визначити, хто з цих людей бреше. Ти думаєш, Вальок, да? Наверно, да. Мені кажется, просто Яна, она любит остренькое. Викинь, викинь, на. Это не обязательно жевать, конечно. Ребят, тільки не додайте всі, може я теж потім захочу одну. Все, ребят, давайте ми дійсно визначимося. Боже, а на що ти так багато жер? У нього аж глаз аж прямо вообще. Скажи, будь ласка, можна було з'їсти одну сушу на самом деле, да. На що ти так з'їв багато? Можна я тебе трошки імбиря потягну? Ну що, ребята, определяйтесь. Яна чи Валічик? Яна трошки так стала більш блискуча. Блискучою. Мокренькою? Ага, а Валік прям, да, наверное, переигрывал. Прям очень молока мне. Кого вибираємо? Я за Валіка. Я за Валіка. Ну, що я можу зробити? Все. Якщо щось, я був не за Валіка, якщо потім... Ой. Валік брехло? Да. Да. Валік, ла-ла-ла-ла-ла. Тепер ви підходите, макаєте в його соус і їсте. Вперед. Нормально, нормально, нормально макай, ты чего? Давай, давай, макай! Глянь, макнул краешек, говорит, я попробую. Не-не, как мы? Нормально, макай. Наляй. Ага. Ну шо? Ага. Ну шо? Я скажу, я уже відчуваю смак цього табаско. Браво, федерация! Ребятушки! Мы их сделали! Я плохой, хороший актер! А придуривался господин Шумко! Браво! Кто тут актер номер один? Если бы вы были более внимательны, вы бы увидели, потому что я взяла в рот и сделала так тихонько. Да. Она настолько классно играла, что я была уверена, что у нее не острая. Поэтому я пошла и попробовала ее сушу.
И тут в мене начали вилазити з орбіт очки. Красавець. Ребят, я... Обращай! Можна? Супер, супер. Що становиться? 4-2. Все спільного. Все звезды шоу-бизнеса просто мечтают попасть ко мне в шоу. И это очень логично, потому что билеты на мои концерты очень дорогие. Где еще можно просто бесплатно побывать вместе с Олей Поляковой, полюбоваться? Спевай-то. Сейчас вы увидите на экране изображение трех персонажей. Они объединены какой-то логикой. Вы должны определиться, что это за логика, нажать на кнопочку и дать мне ответ. Помните, нажимать, а потом рассуждать нельзя, потому что ход перейдет к вашим соперникам. Вы готовы? Yes. Я попрошу вас вот дуже уважно дивитися за правилами, тому що ви, Ольга Юрівна, завжди так кажете, а потім от чомусь свій рідний клас, знаєте, де ви класний керівник, от їм підсужуєте. Іди, пожалуйся директору школи, в нас він Зеленський. Ребята з другої школи. Нам. Покажіть нам зображення. Так. Дядя Федор, дядя Жора. Да. Дядя Степа Великан. Дядя. Приставка дядя. Дядя да. Федор, дядя Степа, все, дядя... Великан. Это была репетиция, а теперь начинается настоящая борьба. Поехали. Артём Милевский, Эминем, Том Хэнкс. Значит, Эминем снимался в фильме «Седьмая миля» или «Восьмая». Восьмая. Том Хэнкс снимался в фильме «Зеленая миля», а «Миля» — это «Миля». Да! Молодец! Просто! Круто, круто! Покажите нам следующее изображение. Так. Павел Воля, статуя свободы и какой-то чувак, наверное, свобода. Что-то свобода. Да. Олег Тягнебок, партия Тягнебок, свобода. Свобода. Они да. все связаны с свободой. Волей или свободой. Да. Покажите нам следующее задание. Так, все. Раз. Хрен его знает, два. Что это такое. Это... Раз, два, три. Александр Белый. Все. Да. Белые Снежка, да, белый. Все белый. Все белые. Белые ходоки, Белоснежка. Да. Абсолютно все, точно. Покажите нам следующий вопрос. О, сумасшедшие. Класс. Давай, жги. Ну, значит, кокс. У вас есть шанс. Я мать двоих детей, что ты несешь? Это Оля Полякова, Жанна Агузарова и группа «Ленинград». У них у всех есть песня про ботинки. Абсолютно точно! Шлепки, ботинки и лабутены. У них у всех есть песня про обувь. Ботинки. Круто, поехали дальше. Давай, Валик, давай, Валик. Очень нравятся детям. Медведь из «Маши и Медведи». Мэгги Симпсон, Чарли Чаплин. Не мое кино, но они все не мои. Абсолютно точно, они все не мои. Да успокойся. Ай-яй-яй-яй. Посмотрите, как Блонда рвет вообще
жжет. Это понимаете? Все суши. Это вы, Оль, вы сказали, как про правительство Америки. Блонда рвет. Там блондиночка есть. Кто там? Президент Америки. Там рыжота. Рвет? Рвет в смысле? Ей плохо? Ладно, поехали. Музыканты. Бременские. Все из Бремена. И Рамштайн, и Скорпионс, и бременские музыканты. Они же все музыканты. Германия, Германия. Объединяйте их. Германия. Немецкие музыканты. Команда. Поехали. У них мужские имена у всех. Да, Алёша, да. Певица Максим, певица Алёша и певица Слава. У них у всех мужские имена. Мне кажется, не та блондинка в это шоу. Та, дорогенький мой. Сестры, это все сестры. Все, все, да, родственники. Да, они все сестры. Сестры Завальские, сестры Зайцевы, братья Вачовские. А братья что, сестры, что ли? Ну, теперь они сестры, да. Теперь, вот, а, теперь они же там они сестры. Да, поменяли. Поехали. Извините, да. Давайте. Они же там. Как... Давайте же посмотрим на следующий вопрос. А кто третий? Пивовар. Да, вот третий. Пивовар. Их всех забыли. Все ламповые артисты. Они все исполняют желания. У вас есть шанс. Они любят, когда их труд, не знаю. У них у всех есть друг попугай. А у них у всех есть друг чайник, не знаю. Они не придут, пока их не позовешь. Дорогие мои. Кравчук, Артем Пивоваров, Джин из Аладдина. У них у всех имена алкогольные напитки. А, Эль Кравчук. Толково. Вова, ну как так? Я сказал, Джин. Ну как так? Джин. Ты же каждый вечер прям в усмерть. Давайте же нам последний вопрос. Внучка! Это все внучки! Снегурка! Внука! Красная шапочка и Снегурочка, они все внучки? Ну, блин, да! Со счетом 7-2! 7-2! 7-2 в этом раунде! Побеждают! Участники «Мама хохотала» шоу, а в общей игре 4-3! Ой-о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 й! 4-3! 4-3! А я уже приехал. А мы едем дальше. Что фартовищи? Для любого юмориста наивысшая награда, когда после выступления зал встает. Я подчеркиваю, после выступления, а не после первой шутки встает и уходит из зала. Слушай, Валик, скажи мне, пожалуйста, вот у тебя в команде 4 человека. Да. Почему да. На программу ко мне позвали только тебя? У твоих сокомандников до сих пор нету мобильника? Не, они не какущие. А, не какущие. Все на мне держат. Понятно. Давайте поаплодируем. Валик какущий! А какущий ты или не какущий? Мы сейчас проверим в нашем следующем конкурсе, потому что мы будем испытывать фортуну, удачу. Рулетка Поляковой называется этот прекрасный барабанчик. Вот когда он останавливается, допустим, на пятерочке, значит, вам нужно подойти красиво, засунуть свой прекрасный фейс прямо у цю дырочку и ровно стільки, скільки там випало, прокрутити рулетку. Раз, два, три, 4,
П'ять. Якщо вам повезе, то ви останетесь чистенькі. А якщо ні, то ви хоч поїсте, слава Богу. Поїхали. Люблю. Ви помічали, що у Олі Юрівни час від часу вінницький акцент прорізається? Я розмовляю, а потім я починаю говорити. От час... І що таке? Це моє шоу, що хочу тут, те й роблю. А, С вас починаємо, проходіть. Не крутіть или кто-то? Молітесь. Вова нет. Ай, хорошо. Нет. Сколько? Сейчас пять. Пятерочка. Пойду-ка я отойду на всякий случай. А как, если я не... Да, подниз и потихонечку. Давай. Раз. Два. Там сидит женщина, на мою маму похожа. То ты свою жизнь уже видишь. Здрасте. Мама. Для тебе, мій гарненький, я покручу, щоб було 6. Я буду вам дуже вдячний, Ольга Юрівна. Сімерочка буде у нас. 4. 4. Сім. Фух, слава Богу. 4 – це моє улюблене число. У мене 4 числа день народження, тому все. Зараз. Ти давай не програй. Не 4 числа день народження. Раз. Ой. Ой, два. Там я почув сміх, значить зараз воно... Три! Ну, може, щас. Іди. Ну що, ти коли-небудь получала торт там прямо в свій прекрасний милий фейс? Нет. Нет? Мені кажется, що сейчас буде перший раз у тебе в житті. Чого не так? Это не больно? Это не больно, это приятно, и ты должна загадать желание. Что ты загадаешь? Не скажу, это не сбудется. Хорошо. Сбудется обязательно, Яночка. Смотри, я для тебя кручу. Смотри. Что там? Ой, блин. Один, пожалуйста, один. Пожалуйста. Один. Хорошо. Ей хватит. Давай. Сейчас одного. Эвин может быть роковый. Будет сейчас. Вперед, да? На. Давай. Вот такая злая кнопка. Казалось бы, один не хватило. Ну что? Нет. Как он твой первый раз, Яна? А вкусненько, но почему-то в нос. Ну в нос? Ну ничего, ты постой, он растанет и потечет прямо в рот. Все, давай, еды, мой хороший. Я. Ну прости, конечно. Давай, да Олежка. Так, сюда, да? Да, сколько тебе крутити? Да мне все одно, честно говоря, на ваш смак. Да. На мій смак буде тобі 6. Они вкусненькі. Да? Очень. Ой, фу. А. Оль, ну. Три, давай. Три, да. Олеж. Поїхали. Давай, Олежка, три. Раз. Во ім'я Отця,
Я не думал, что это так страшно. Сына! А вы заметили, что вы похожи на костюмы после химчистки? У кофра? Все! Валечек! Олег! Валечек! Конечно! Вы знаете, я заметила закономерность. Чем более симпатичное лицо у моего гостя, тем больше мне хочется, чтобы его заляпало сливками. Это правда. Это комплименты? Да. Не хочется, чтобы ты его заляпал. А, это не мне было? Не про мое? Это про меня. Я про себя говорила. Два. Всего два. Ну, давай. Два? Тобі хватить. Дивися. Ну, давай, поїж. Прям з першого разу. Поїж за мене. Дуже страшно. Дуже страшно. Страшненько? Ну, все, все. Красава. Аня, давай. Давай, Анечка. Девочки должны быть... Такое впечатление, что я здесь обезвреживаю симпатичных женщин. Ну что, шестерочка тебе, моя хорошая. Анюта, что ты думаешь? Четыре. Давай. И любимое число Вени. Раз. Ай-яй-яй. Два. Сердце ёкает. Ну-ну-ну! Они выиграли? Как так? Не, наверное, 4 еще. Не знаю. И что? Я? Опять? А сколько конечно будет? Меня еще второй раз? Нет, тебя уже Слава. Все. А надо, что всех просто, да? Да. Всех, кроме одного. То есть, и у кого останется чистый участник, тот и выиграл в этом конкурсе. А, так это чистая карма, так мы победим. Конечно, естественно. Четыре. Четыре. Давай. Вова, давай. Ну, давай. Вова! Не было. Ой, как рядом. А что это? А что такое? Ничего. Иди сюда. Так, ложись лицом в лужу. Когда вы карма сказали, не когда? Срабатывает, не надо, как надо, срабатываю я. Не надо меня целовать. Боженька не захотел, чтобы я был запачкан, а ты... А я захотела. Богиня захотела. А я захотела. Круто, круто. Я дуже вже хочу, щоб тебе вже вимазало, наконец. Не знаю, що мене до тебе тягне, чим чарувала ти мене, що все. Коли погляну на твоє лице, не мов би щастя й волі серце прагне. Тобто я тобі вірші присвячую, точніше Іван Франко. А я тебе слівками обмазую. Укуси мене за носик. Зараз. Як я укушу тобі за носик, тобі не буде чим дихати. Бо я ж з м'ясом. Давайте вже починаємо. Ну давайте вже, закінчимо ці брачні ігри і давайте грати по-настоящему. Так, ну що, покрутити тобі? Воно само покрутиться. Так. Я думаю, що буде... Два. Два. Раз. Інакше було на початку мазати, воно б так саме. Ти пойдеш со мною гулять? Фу! Боже, який кошмар, що це взагалі за конкурси? Будто чоловік був на морі і згорів немножко. Ощущения. Как после встречи с драконом. Боже, Валик, иди сюда. Мне потребны дворники, если честно. Ты знаешь, Валик, у меня такое впечатление, что ты везучий. Да? Ну да. Такое может быть? Конечно. Ну это не играет, потому что я тоже везучий был. Ну,
Да, не работает, а вот, по-моему, с ним работает. Но мне хочется, чтобы твое везение уже закончилось. Мне кажется, прям весь зал жаждет. Жаждет зал? У нас такие добрые зрители. Так. Блин, везучий. Два. Два. Раз. Помедали. Два. Олег, давай. Красавчик. Красавчик. Да, не думав я, що це так швидко наступить. Скільки? Шість? Та шість, шість. Нормально, два, шість так шість. Боженька все бачить. Давай. Ну, поїхали, друзі. Раз. Два. Три. Боже, як круто, друзі. Четыре. Ну ладно. Сейчас будет. Все для тебя, Валик, все для тебя. Валик. Можно я сам крутану? Ну да, можно, а что? Только со всей дури. Не, Оль, я вам доверяю. Вот это, конечно, зря. Ой, Валик, чувствую, там один хватит. Я не знаю, собой я. Шесть, Валик. Шесть. Давай. Шесть. Приятного аппетита, Валик. Раз. Два. Три. Давай! 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 Ты как так? Как ты это делаешь? Оля, может, в наперстке? Ну что, давайте, кто следующий? Там уже есть человек. Я... Человечек? О, боже, ты знаешь, мне кажется, мне и крутить ничего не надо. Ой, ну я перед игрой к бабке сходил. Ё-моё. Четыре. Гречка. Ну, пока. Еще одна красивая девочка. Раз. Ой, будет. Ой, будет. Это дети. Хорошо. Я себе відчуваю, як праздничная какашка, серьезно. Ну что, Валечек, мне кажется, ты бессмертный. Давайте знаешь, проверим. Становись. Мне даже уже ему не интересно шесть подсовывать, понимаете? Мне кажется, может, что сейчас выпадет один, и ему хватит. Может, накинем им плюс один, чисто чаевыми. Понял? Нет, тихо, Борис тихо. До конца, Валик. Тихо. Нет, давай, четыре. Давай. Четыре. Четыре. Четыре, Валик. Сможешь, сможешь. Давай. Раз. Два. Три. Красавчик! Лига смеха! Как для души! Лига смеха! Все, дальше не знаем, извините. Лига сливок. Лига сливок? Это лига сливок. Дивіться, в нього лице не влазить цю дирку. Поки голову просунуть. Ти хоч щоки втягни. Олежка, Олежка, да. Там моя мама. Сделай, щоб вона хохотала, пожалуйста. Так, один. Один. О, это самое коварное число. Да. Друзья, ну що сказати? Проще. За вас. Давай! Коли цей фарт закінчиться? Шесть! Да ну ладно, ну как так? Шесть! Валик, это... Шесть! Шесть? Да. Чесно шесть? Шесть! Все будет. Три.
будет. 4. 5. 6. Как это происходит? Как? Послушай меня. Красавел. Пойдем сегодня в казино. А? Я знаю, есть одно подпольное казино. Да, да, и рядом ломбард. Пойдем и туда, и туда. Договорились. Заодно выкупим мои драгоценности из ломбарда. А то я смотрю, нету что. Чуєш, на Хрещатику на турніку 2 хвилини можеш провісити? Давай. Надо? Надо, надо, мой хороший. Олежка, давай, держись. Так. Мені вже навіть не страшно. Да. Тем более тут вся куча сливок маленька такая. 6. Ой, блин. 6. Ой, блин. 6. 6. Я не знаю, не скажу. Все, красавчик, красавчик. 6, да? 6. Да. Да, ладно. Это якась невесела пісня. И. 2. Пуля не выстреливает в одно место дважды. Наша тарелка не выстрелила сегодня ни одного раза в валике на лицо. И это принесло победу команде Лига Смеха и проигрыш вам, мои несчастные хохотуны. Я вас поздравляю! А вам говорю, конечно же, позор. Я удаляю вас из своей записной книжки. А, хотя вас там и не было. Поэтому вы ничего не теряете, мои хорошие. У нас все весело и прекрасно. Вам понравилось? Да! Да! Дорогие мои, это была программа «Зорини яйца». Я Оля Полякова. И до встречи на следующей неделе. Пусть вам улыбнется удача.